Набираем 700 лайков, и я сразу сажусь записывать новую серию. Хей-хей-хей, ребята! Мы, я думаю, уже в финале. FIFA 20 вольта. Ну, точнее, мы уже на финальном чемпионате. И мы в четвертьфинале. Вот она, наша команда, которая громила с 1.32. Всех направо и налево. Не осталось лишь всего 4 соперника. Ну что, поехали. Нужно показать мастер-класс. Показать все, на что мы способны. Удар по воротам. Неплохо. Неплохо. А сейчас на набегающего еще ударчик. И здесь, кстати говоря, смотрите-ка, довольно много девушек в команде соперника. Я вижу всего лишь двух парней и трех девушек. Пенка. Пенка, дорабатывай. Ну, смотрите-ка, соперник тоже не промах. Решили сразу с лету жахнуть по нашим воротам. Штанга спасает голкипер соперника. Почему у них у всех сит на воротах? Вот этого прикола я, честно, не понимаю. Ну, как мне говорили, что, скорее всего, это из-за того, что в онлайне у всех свои команды, и, может быть, это как просто пример некий, что у каждого в команде может быть свой какой-то игрок. Хорошо, хороший отбор. Ну же! И здесь уже вратарь спасает. Передача под удар! Пенка! Не дали пробить. И тут же нужно бежать, а мы как-то прогулочным шагом совсем идем. Не смогли поджать голкипера. Тазиньо. Ух, повезло, что не под перекладину. Тазиньо. Есть! Наконец-таки. 1-0. Раскатали до верного, оставили открытым уголок, и мы после передачи Тазиньо забиваем. Тазиньо! Есть! Есть! 2-0. Мы обменялись с ним голом и голевой передачей. И постараемся на этом не останавливаться. Тазиньо выскочил просто из-под голкипера и забивает третий мяч. Красиво. Ну куда, куда вратарь полетел? Попытка неплохая. Ассистировал уже Пенка. Пенка, пеночка, пинок. Давайте, ребят, не будем сейчас пропускать. Тазиньо, какой дриблинг. Явно чувствуется нотка Рональдиньо в его крови. Вот сейчас неплохо. Ну, угловой на пустом месте тоже хорошо. Давайте вот сюда накатим. Тазиньо, попытка. И контратака. 3 секунды. Не давать, не давать бить. Ну и здорово, сид. В порядке. Первый тайм довольно спокойный. 3-0. Много сопернику не позволяем. Все-таки у них много девушек и... У нас на протяжении всей нашей карьеры девушка была лишь одна на воротах. Это была Сид.
И поначалу она тоже довольно много пускала, а сейчас посмотрите, просто как кошечка стоит на воротах. Здорово. Тазиньо готов забить. Лупи в пустые, но нет. Тазиньо не пошел открываться. Ну не пошел и ладно. Посмотрите, какая борьба. Тазиньо не успел сделать передачу. Зато успели сделать мы. А Тазиньо снова забивает. Я уже устал просто называть его фамилию. Будем звать его просто Тазиком. Давайте Тазик, Пенка. Все хорошо. Неплохо. Неплохо. Угловой. Тазиньо. Еще один мяч. Его не остановить. Этот парень просто готов, по-моему, уничтожить всех. И мы не прогадали, что в первой команде забрали именно его. Все-таки пропускаем. 5-1. Сит не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Тазиньо! Просто, просто парень неудержим. И посмотрите, как тоненько он сыграл, аккуратненько. Прицелился в уголок и не стал сильно бить. И 6-1. 6-1, как я понимаю, команда называется, которая играет против нас, что-то в стиле Second 15. Пенка. Еще момент. Ух. Мы можем сейчас так забить. Я чувствую это, ребята. Третья попыточка будет. Третья попытка есть, но голкипер мяч в руки забрал. Не понимаю, почему они выбивают на ближнюю. Здорово. Это гол, действительно. Воу! Красота! 6-1. Ну что, дадут нам сегодня соперника-то, которого мы сможем так сильно не наказывать? Просто отвал башки, ребята. Мы с Тазиком разносим всех. 4 секунды. Ну и все. Мы выходим в полуфинал. Посмотрим, кто нас там ждет. Нужна минутка? Класс. И мне. Знаешь, за мной 4 команды гонялись. Названивали каждый день. Вся эта жизнь как на блюдечке, надо только руку протянуть. Правда? Да. Бет мной так гордилась. Все повторяла друзьям и в команде, да всем подряд. Мой старший брат будет играть в АПЛ.
Она воодушевилась даже больше, чем я. Недавно она была рядом, а теперь ее нет. Раньше все время бегала за мной, шумела, раздражала. А теперь ничего этого нет. Лишь огромная черная дыра, куда ни глянь. Ну а потом клубы просто перестали звонить. Пустота так долго меня окружала. Пока я не зашел на тот склад и не встретил тебя. Ты вернула меня к жизни, Сид. И ты даже не представляешь, что это для меня значит. Что бы ни случилось после этого турнира, ты моя сестра. Полуфинал, ребята. Эрдис ФК против нас. Мощные ребята. Но у нас есть Тазиньо, которому, как я понимаю, все нипочем. У них есть какое-то подобие Ибрагимовича. Ну что, поехали. Почти получилось здесь на Тазиньо прокинуть. Пенка. Такая какая-то, знаете, пока что нервная игра. И одни идут вперед, и другие. Много обыгрышей. И много аутов. Здорово, Тазиньо, бежать. Вот передача, немножко не получилось. Тяжеловато ему здесь, поскольку он поменьше роста, но тем не менее, голевую он нам смог отдать. И мы забиваем первый гол в полуфинале. Опасный удар по воротам, Сид в игре. Тазиньо. Мы здесь через трех пытались пройти. Ну, уронили же арбитр. Когда мы так роняем, он все свистит. Попытка дальнего удара. Пенка в своем стиле. Просто невероятный гол. И что делал голкипер? Ребята, почти с нашей 11-метровой отметки. Пенка шарахнул и попал в ворота соперника. Ну же, есть. Это разрыв. Пошел разрыв, 3-0. И никаких пока что шансов у соперника. Но мы-то знаем, ребята, где будет самая жара. Жара будет в финале. Там, где мы встретимся, можно сказать, со своими главными врагами.
И Сид просто что-то невероятное вытворяет на этом турнире. Ну же, Пенка, красавчик. Это его, по-моему, второй гол на этом турнире. И даже в камень-ножницы-бумага этот парень проиграл. Но мы здесь классно прошли защиту, не пожадничали, отдали. Ну же, Пеночка. Эх, жаль. Момент был классный. Ну и 18 секунд до конца. Заброс! Неплохо. А здесь мы не обхитрили соперника. 1 секунда. И перерыв. Четыре-ноль в первом тайме. Я думаю, это уже от нас никуда не уйдет, даже если мы что-то пропустим. Мы все равно будем биться до конца. Ах, жаль. Не попали. Нам нужен этот финал, нам нужна победа, и нужно доказать всем, что мы не зря делали такой путь. Ну вот и еще один гол. Еще одни камень-ножницы-бумага. И мы обыгрываем в камень-ножницы всех. Флора забивает. Неплохо. Красиво нас здесь раскатали. Ну а вот наш красивый ответ. Убрали голкипера. Забиваем 6-й мяч. Не зря мы взяли жабку-балерину. Опасно, Сид! Все-таки она пропускает. Но пропускает, кстати говоря, очень и очень мало на этом чемпионате. Как я понимаю, Тазик решил оставить немножко сил на финал. Сегодня он забивает немного, больше помогает в обороне. Штанга. И удар от ворот. Нет, аут. Давай, Тазик, накатываю, лупи. Пенка, тоже неплохо. Остается, ребят, 30 секунд. 30 секунд в этом матче, и мы встретимся уже с нашими главными соперниками. Тазик дальше на Пеночку сыграет, забьет сам. Не попал.
Ну все, последние 10 секунд, ребята, доигрываем. Тазик, может, еще забьет. Действительно, Тазик за 3 секунды до конца вколачивает еще один мяч. Ну и в итоге мы очень уверенно прошлись по всем командам в 1-32, в 1-16, 1-8, 1-4 и полуфинале. 7-1. И нас ждет главное испытание. Давайте пошумим погромче. На площадку выходит команда, которая не нуждается в представлении. А вот и их соперник, темная лошадка этого турнира. Команда, удивившая всех. Поприветствуем команду Локи Тим. Ну что, ребят, давайте, надо задать жару. Ну, вы хотя бы до сюда добрались. Осталась последняя игра? Да. Небось, подписчики так и валят, а? Столько годного материала. И репутацию заработаешь. Ты правда считаешь, что это главное? О, да. А для тебя еще что-то есть? Да, старик. Все остальное. Погнали, ребята. Наше главное. Противостояние Локи Тим против Легенд Улиц. Сид показывает бицушку. Ну и вот они, все те, против кого или с кем-то даже мы играли по ходу нашей карьеры. Давайте покажем мастер-класс этим старичкам. Тазиньо. Ух ты! Неплохо. Домашняя заготовка. Нет. На! Не того вы поставили на ворота, ребята. Не того. 1-0. А как вам такое, Пенка? Ух, сейчас бы мог Пенка их наказать по полной программе. Мы пока крутим и вертим этих легенд. Пенка. Почти, почти получилось. Изи Хитман. Такида. Дальше, дальше на пеночку. Оп. И Пенка был близок. Ну, ребята, мы давим. Мы давим Легенд Улиц. И пока не видно. Где? Вот он, Джейзиньо. И Сит ему показывает, как надо стоять на воротах. Ван Гилс, получи по заднице. Пока все здорово. Оп. Тазиньо. Почти. Тазиньо, забивай. Пенка, Тазиньо. Тяжело. Тяжеловато, ребят, забить еще. Тазиньо, удар. Добить. Еще угловой. На Пенку. Вот так вот. Вот так, ребята. Деп от Пенки. Наконец-таки этот парень забил. Два-ноль. Ну что? Легенды. Не по зубам наша игра. И уже голкипер отбивает подальше. Какой моментище. 50 секунд, ребят, до конца первого тайма.
Пока что мы впереди. Мы зарабатываем уважение на этой площадке, а не подписчиков в Инстаграме. Ну же, Тазиньо, просто вот где легенда. Легенда этого турнира, ребята, хэштег Тазиньо Монстр. Я предлагаю заряжать в комментариях, что вытворяет этот парень. На протяжении всего турнира просто рвет любого соперника. Будь то легенды, будь то просто какие-то парни со двора. Тазиньо. Это просто пушка. Мы взяли его из команды, которая нам проиграла в 1.32. И он просто уничтожает. Сид! Молодец! На пенку, пенка. Почти получилось. Ван Гилс. Снова дали по заднице Ван Гилсу, но на сей раз с нарушением. Первая карточка. Накатываем на пенку. Пенка бьет. И на этом первый тайм закончен. Но было, ребята, тяжело до того момента, пока Тазиньо не начал забивать. После этого с наших голевых передач этот парень начал ворошить осиное гнездо. Пенка был близок к тому, чтобы забить. Ван Гейлс. Немножко дриблинга, но Пенка его встретил и не позволил ничего сделать. Снова Ван Гейлс играет пяточкой. Опасно. Сейчас, может быть, что-то получится у соперника. Нет, ничего не получится. Пенка несется в атаку. Штанга. Тазиньо. Ну, его так в аут просто выбивают. На! Хороший сейв. Накатываем на Тазиньо. Аут. Две минуты. Две минуты. И Тазиньо продолжает расстреливать соперника. Еще пас под удар. О, да тут уже в свои ворота забивает. Вот это легенды улиц. Пора бы им уже на пенсию. А то ишь тут за репутацию играют. Ван Гейлс. Сегодня частенько мы его крутили. Пенка, классно, и удар по воротам. И еще один угловой. Вратарь у них, конечно, монстр. Если бы не он, они бы уже штук 10 точно пропустили. Ну а так только 6. Очередная наша голевая передача. Раскатали Ван Гилса. Заброс за шиворот. Он почти прошел. Пенка уничтожает. Ребят, ну это совсем просто. Главное у своих ворот просто не паниковать. Ой-ой-ой, Ван Гилс. Какой момент.
Вот это жесть! Тазик уничтожил легенд. Сколько он? 4 уже забил или 5? Остается 15 секунд. 15 секунд. Очередная атака нашей команды. 10. 9. 9-0. Просто не почувствовали. Не стоило им азиата брать на ворота. Может быть, не все, но он видел. Ну и ребята, победа 9-0 в финале над легендами улиц. Это все ты? Нет, 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 Сид. Это все мы. Да ладно. Мы же семья. Йоу, Реф, фокуси. Реф, поздравляю, вы молодцы. Куда поставишь свой трофей? О, это не мой трофей. Нет, нет, это наш трофей. И, кстати, он и его тоже. Да-да, это его идея и команда. Джейзиньо, это невероятно. Знаешь, мне тут нужен новый человек для проведения турнира. Думаю, легенда, как ты, мне подойдет. Теперь фото. Да. Только чемпионы! Эй, старик, давай сюда. Да? Да-да. И покучнее. Так, раз чемпионы, давай. Спасибо. Стойте! Стоп! Йоу! Джей сейчас в раздевалке. Ты опоздал. Кто бы мог подумать? Знаешь что, когда я единственный раз не опоздал, все очень плохо закончилось. Да. Слушай, мне уже в аэропорт пора ехать. С Винисиусом? Да. Круть. Это точно. Я как будто все заново начинаю. Эй, ты с Беа по поводу контракта связывался уже? Нет, пока нет. Ну и ладно. В уличном футболе перспектив ведь тоже полно. Задержись. Ну, поиграй на турнирах, посмотри на мир, опыта наберись. Она подождет. Ты слишком хорош. Ну да. Что? Вау! Чувак, это... А что это? Да ладно. Еще увидимся, Реф. Пока, Джей.